Здравствуйте. Пакетик нужен? Нет, спасибо. Товар по акции желаете? Нет. Карта магазина есть? Нету. Оформить хотите? Нет. Это 5 минут всего. Вы мне просто помидоры пробейте. Наклейки собираете? Нет. Социальная карта есть? Нет. Пенсионное удостоверение? Тоже нет. Товар дня желаете? Не желаю. Товар вечера? Нет. Товар недели? Нет. Товар часа? Нет. Товар минуты? Нет. Товар секунды? Давайте. К сожалению, только что забрали. У вас сегодня не день рождения? Нет. Хотите сдать продукты в трейд-ин? Это что такое? Ну, приносите старые огурцы, новые со скидкой. Нет. Неймар! Левая нога! Забрось штрафной! Во, это что? Мы приносим свои извинения за прерванную трансляцию. У нас срочные новости. Евгений Кулик, простой парень из Екатеринбурга, не побоялся и решил ответить на все вопросы продавщицы. Нет. Что ж, мы вновь в магазине. За моей спиной Женя, который продолжает борьбу за то, чтобы купить помидоры. Он до сих пор не сдался. У него появилась даже целая группа поддержки. Женя! Женя! Сегодня день донора. Кровь сдать не хотите? А вам кровь не нужна? Хотите стать кассиром этого магазина? Директором? Нет. Карта или наличные? Аллилуйя! Наличные. Помельче нет? Нет. 63 рубля найдете? Не найду. А 13? Нет. А 3? Нет. У меня просто сдачи нет. Давайте картой. Это событие уже прозвали схваткой века. Прямо сейчас я нахожусь да. В магазине, где Женя. Да, смотрю. Да, все, давай, не отвлекай. Бонусы списывать будем? Да нет там никаких бонусов. Мальчик, а что так нервничаете? Вот ваш чек. Да. У него получилось! Да! Женя, хотите сказать что-то вашей группе поддержки? Да, конечно, они большие. Вашим родным. Да, родным. Близким. Да, очень хочу. Друзьям. Да, я очень хочу сказать. Знакомым. И знакомым я тоже. Вашим очень... институтским друзьям. Да, хочу. Психологу. Да. Кошке. Да ты за***л со своими вопросами. И ты. А вы молодцы. Женя! Женя!